Друзья мои, всем большой привет! Снова обзор нашей заснеженной дачи. И сейчас я вам расскажу, почему я его снимаю. Вы знаете, просматривая свои ролики, я наткнулась на ролик, который я снимала ровно год назад, 7 апреля. Друзья, сегодня большой православный праздник. Всех я искренне поздравляю с Благовещением. Желаю всем здоровья, счастья, мира, мирного неба, тепла в душе, в сердцах у вас и ваших окружающих. Так вот, друзья, я когда посмотрела тут ролик, я ссылочку оставлю в закрепленном комментарии. И смотрю, что сейчас на улице творится. Друзья, я ужаснулась. Количество снега в 3, а может и в 4 раза больше, чем было ровно год назад. Вот кто посмотрит, вы увидите. Вы знаете, я в шоке вот этой ситуации, потому что нас реально подтопит. Куда прятать кур, куда все это прятать, с сарая, с погреба, который тоже, смотрите, весь в снегу, там же картошка, все заготовки. Я даже не представляю. Реально, друзья, я в шоке. В том ролике есть фрагмент, где я снимаю вот эту дорогу с этого же места. Вот что я видела тогда и что сейчас. Это, как говорится, две большие разницы. Как видите, метель у нас прошла. Снега опять и добавила кардинально. Смотрите, друзья, вот забор. Шифер, да? Его высота 1,5 метра. Вот смотрите, сколько снега.